Конечно, сотрудники Нацгвардии и полиции знают свое табельное оружие и умеют неплохо с ним обращаться. Однако на наших улицах все-таки достаточно спокойно, и стрелять в черте города силовикам приходится нечасто. Именно поэтому так важно хотя бы раз в несколько месяцев пройти профессиональный инструктаж, освежить в памяти основные навыки обращения со стволом и отстреляться по мишеням. Сегодня в парке «Патриот» сотрудники полиции Межмуниципального управления МВД России Одинцовская совместно с Нацгвардией проводят тактические тренировки по огневой подготовке. Такие занятия проходят ежеквартально. На них привлекаются сотрудники служб, осуществляющих охрану общественного порядка на улицах нашего района. Это сотрудники патрульно-постовой службы, участковые, уголовный розыск и сотрудники дорожно-патрульной службы. Обычному сотруднику правоохранительных органов не нужно быть снайпером. Важно уметь быстро сориентироваться и точно поразить цель на ближней дистанции. Практика показывает, что при огневом контакте в населенном пункте дальность стрельбы редко превышает несколько десятков метров. Приоритетным является у нас стрельба на 25-50 метров. Для чего это нужно? В первую очередь для ведения огня в городе, в городском режиме. Экипажи работают на улицах. Приоритетным задачей, да, при задержании преступника является город. Да? То есть мы находимся в населенном пункте, работаем. Вот, и 25 метров для нас это более реально, чем где-то стрелять на 300 метров. На таких дистанциях вполне эффективно и короткоствольное оружие. Конечно, если оно находится в умелых руках. Поэтому отработке навыков стрельбы из пистолета в Росгвардии и полиции также уделяют большое внимание. Одинцовские силовики дали высокую оценку условиям, которые предлагает для огневой подготовки парк «Патриот». Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».